coming through. Watch out. Truck coming through. Come on, quickly. Я устала, если честно. Если честно, я устала. Потому что почти 2 недели в пустыне. Ну, это еще то хлопотное дельце. В общем, ну такое себе, знаете. Я привыкла, чтобы гостиничка, чтобы чемоданчики, чтобы душек, чтобы все было так хорошо. А тут прям вот, знаешь, живи в шифт-поде в пустыне. Вот так вот. Повторю ли я свой следующий Берн? Да, повторю. Друзья, вот я и получила свои билетики. Мой билетик на Burning Man. Мы сегодня разгружаем контейнер с вещами. Наша деревня пока что вот такая, потому что мы в самых первых рядах приехали для того, чтобы строить. В общем, строим лагерь. Вот так. Записки сумасшедшего Бёрнера продолжаются. Что хочу вам сказать? Тяжко. Но Бёрнеры не сдаются. Выживают только слабые. Постоянно песок, который метет этот ветер какой-то бесконечный. Вот тебе Бёрнер. Советы от юного Бёрнера. Вот нам раздали всем такую пластиковую посуду. Ты ее подписываешь, кладешь в такой пластиковый пакет. Вилка своя, кружка своя. Так, посуда у нас вот Марго. Здесь. Берем нашу тарелку. Марго. И идем накладывать еду. Сегодня у нас вкуснятина. Наконец-то я поем мясо. Картошку батат сами соберут? Вот здесь. А мясо и выбирай картошку. Тебе что, картошка? А есть луком без лука? Еще я нашла. Бататик. Смотри, вегетарианцы уже поели. Подержала чайку, попью здесь, в своей юрточке, я ее так называю, потому что на улице так метет, что просто невозможно снимать, просто ничего не видно. Смотрите, какая буря сегодня, ничего там дальше не видно, просто невозможно находиться на улице. Итак, целый, мать его, день, целый день и ночь. Мы просто тусуемся здесь в лагере. Покажу вам наш лагерь. Вот как много всего выросло за 3 сутки. Мы за день сегодня пипец как устали, если честно. Но это того стоит. Вот девочки наводят красоту. Вот как красиво. Ковры. Олень.
вам велики наши. Вот это вот на велики на наш весь кемп. А сейчас вам покажу закат. Тут такие закаты, просто диву даешься. Вот он. Интересный вопрос будет у вас, дорогие. Что же с туалетами? 90 тысяч людей. Вот туалеты. Вот туалеты. Кстати, да, приезжают машинки, все чистят, убирают, все чистенько, все прекрасненько. Еще мы пьем много воды, но тут непонятно, типа, как нужно пить ее. Надо как-то смотреть по своим ощущениям, много ты пьешь, мало ли ты пьешь. Кстати, говорят, что если ты будешь мало пить, то потом у тебя будет обезвоживание и будет очень-очень плохо. Я стараюсь как-то пить. Думаете, я курю кальян? Нет. Вот такой штуки. Я боюсь. Господи, хоть бы дорогу сделали на этом Бёрнинг-Мэне. Ужас какой. Не то, что у нас в Беларуси. Дороги какие промые, красивые. По кочкам, по кочкам, по маленьким цветочкам. Только что мы поглядели на табличку, вы выезжаете из американского сектора, прям по-русски написано. Вот теперь мне интересно, что тут будет за сектор. Мы шукаем борщ, украинский борщ. Мы же не можем покуль найти. Кстати, интересная штука. Наш лагерь, кемпы все расположены по часовой стрелке. И ориентируемся мы, значит, здесь без телефонов. Хотя сейчас есть приложение Burning Man, и ты можешь его скачать, когда у тебя есть интернет, естественно, и смотреть, где какие кемпы, где какое расписание, где кто выступает. А так ты ориентируешься по времени. То есть мой лагерь это 7:15. Ты говоришь, я живу на 7:15, и человек может прийти к тебе в гости. Также и мы вот сейчас едем на борщ, нам сказали, что он находится на 2:45, и поэтому мы едем за борщом. Вот такая интересная информация. А так ты ориентируешься вообще просто так интересно. Люди приходят с других кемпов и говорят, передайте той-то, что я приходила из там 2:45 кемпа и передаю, значит, тое-тое. Это как по старинке, короче, раньше все общались. Очень интересно жить без интернета. Мы ехали за борщом и завитали на концерт. На ней как будто спевашки. Тут вельми шмат. Велико припарковано. Нам дали квитки, конечно же, они бесплатные. Все бескоштовно. Ты приходишь на концерт. Скажем, что это девчонки из Калифорнии, из фермерской семьи, и они сейчас прям в топе, вот такую вот музычку поют, и вот здесь у них много, кстати, людей, да, пришло на концерт. Ну вот, так вот заехали на 2 минутки на топовых девчонок из Калифорнии. Классно, возьму билетик на память. Вот оно, вот она, пустыня. Можешь ехать, ничего не будет предвещать беду, а потом хоп, и на тебе, поднимается сильный ветер, и ты уже не видишь ничего вокруг себя. Мы мимо проезжали, ребята просто холодным полотенчиком нас укутали,
и сказали, что, ребят, теперь эти полотенчика ваши. И вот поэтому это полотенчико сейчас спасает меня от пыли. А так у меня ничего не было с собой. Уже я уже настоящий бёрнер, еду без ничего гулять целый день. Борщ, украинский стяг, а вот это все чарга. Глядите, я стою в чарзе за борщом и нашла белорусов. Всем добрый день. Уже вечер. Это Костя, и он с Беларуси. Костя, а который раз ты уже тут? Первый раз. А первый, блин, я тут самый первый. Так, самый первый. А где ты зараз живешь? Зараз живу у Лондресе. У Лондресе? В Лондоне. О, Господи. Усим привитание. А ты такие у нас смагарки, не? Смагар? У Лондоне смагаешься. С инфляцией. Добрая шутка. Ну круто. Давай что-нибудь белорусам пожидаем. Живи, Беларусь! Ура! Живи вечно! Божечки! Вы ж подивитесь. Это без мяса. А это без мяса. Без? Да. Да, это просто с курицей. Супер! Нет, с курицей тоже не едят. Я даже за своей пришел. Дякую ему. О, зараз наелся. А я вам сейчас покажу, что я нашла на кухне у нас сегодня. Смотрите. Рогачевская. У Америки рогачевская с мешком. Ну, белорусь рядом. Мы сегодня дежурим на кухне. Делаем кушать. Сколько у нас лагерь? Человек 70, да? 4. Что 4? 74. 4. 74 человека, мы готовим кушать. Доброе утро! Конечно! Я обещаю! Вообще тут на стройке такое ощущение, что мы тут все играем в дочки матери, знаете, как раньше. Мы из ничего строили себе всякие штабики и всякую всячину, в общем, выдумывали из всяких старых вещей. Ну вот тут наподобие или что-то этого. Реально, как будто в детство попадаешь просто. Завтрак! Баня уже готовая. Сегодня будем париться. Черепаха Тортила Маргова жесточайше приветствует. Я сегодня дежурная на шахте по бане. Вот это вот у нас такой ресепшн. Записываю людей и отправляю на баню. Вау, смотрите, какая пыль. Жесть. Просто кобздец, конечно. Пустыня, я тебя обожаю. В общем, сейчас ребята парят людей, которых я запустила. И сейчас мы опять хотим проэкспериментировать и попеть в бане. Вот, смотрите, на мне такая красивая рубашка, бычебышная. И я буду делать сейчас сюрприз нашим гостям. Я знаю, что среди них есть белорусы, и я уверена, что им будет очень приятно, когда они услышат куполинку в моем исполнении. Ну, я пошла. Темная разрешение, Миша. Вот иди туда и спрашивай, я оттуда знаю. Нас... Я правда в белорусском взяла. У нас тут это не работает. В американском не брала. Вот все. Вот и разговора нет тогда. Миша, скажи, живи Беларусь. Живи Беларусь. Спасибо, Миш. Да, пожалуйста. Вот так вот и общаемся с россиянами. Например, вчера к нам в гости пришли украинцы, а я, белоруска, живу вместе с русскими в лагере. И это все нормальные, классные ребята, адекватные. И
все друг другу рады, все друг друга любят, несмотря ни на что. Берн — это просто мечта. Это реально дом для всех, где каждый любит каждого. Все воют на закат. Наконец-то наш арткар готов. Сегодня мы первый раз выдвигаемся. Мы, Маргарита Левчук, первый раз выдвигаемся на арткаре ехать тусить. Ночью это огоньки, это сверкать. Вот, собственно, так мы собираемся сегодня сверкать. Сейчас покажу вам мой вел. Сегодня, не знаю, часа три, потому что вернулись к рассвету с гулянки. И вот сейчас едем по нашей деревне в жару и заходим в разные кемпы. Что у кого? Вот покушали мороженое, сейчас зашли в какой-то розовое кафе. Не знаю, что здесь разливают, но вот так вот просто ходишь целый день по гостям. И тебе наливают, кормят бесплатно, все радуются, смеются, улыбаются. Жизнь прекрасна. Слава Украине! Итак, друзья, мы на аэродроме Burning Man. Представляете? Да-да-да, на этом фестивале есть аэродром. И здесь можно летать абсолютно бесплатно на самолете. И вот сейчас мы придем, будем стоять в очереди для того, чтобы покататься на самолете. Коротенько, полетать на самолете, как треба просидеть вот такую чергу, гляньте, это все люди. Тут один мужчина сказал нам, что он с 7:30 раніцы стоит, а зараз уже 3 години дня. Тому я думаю, что мы уже тут 2 години стоим и чекаем просто. Я думаю, что мы сегодня не полетаем. Чекать уже у такой спекоти просто не хочется, сам реч. Тому кадров с полета не будет. Поглядите мой там на прошлые влоги, я когда катался на самолете, поглядите лепш там. А вы же недавно заезжали в Сиэтл?
А у меня тур был, да. Я почти пришла, но меня кто-то куда-то увез, и я не пришла. Почти пришла. Дамы и господа, поважанные белорусы, глядите, я сустрала белорусов тут, в пустыне. Вот еще одна белорусочка. Мы пришли фоткаться, и они так само с нами были. Дышенька, кольки вы тут уже живете в Омерце? В Омерце 8 годов. Вау, круто. Вам подобается тут? Да. Не? До хаты хочется трошечки? Ну, не, не. Не? Не в этом годе. Окей, имеете ногу в Беларуси? Ну, когда паспорт скончится. Так. Вот так вот. Ищенные патриотки, можно так сказать. Окей, девчонки, давайте обнимемся. Дякую вам, Кит. Так, на эту вечериночку надо снимать обувь. Мои палладиумы за два дня, что я их ношу, они уже просто... В общем, новая обувь, дорогая, превратилась просто в какое-то мясо, я не знаю, из-за пыли. Ну, в принципе, у всех не лучше. Просто мясо. Идем тусить днем. Может, что-нибудь спараете нашим белорусикам с Берна, с пустыни? Ну, пачать треба с чего? Пачать треба с того, как все размовляли на белорусской мове. По-першее. По-першее. По-другое. По-другое. Дойдем до другого, коли першее. Короче, все размовляем по-белоруску. Глядите, какой прихожости у вас. Белорусы вот таким вот ездят тут по пустыне. Вот как Лая выглядит. Под вечер. Плая, священная плая. Это земля, на которой строятся арт-объекты. На нее нельзя, кроме чистой воды, ничего выливать. Нельзя ничего бросать. И здесь, когда ты идешь и видишь там какую-то бумажку, ты должен ее взять и выбросить. Так делают все. Поэтому, когда 90 тысяч человек уезжает отсюда, плая, то есть земля, на которой мы жили, она остается чистейшая, чистая, если можно так сказать. Чистейшая, чистая плая, земля, на которой мы жили больше недели. Вот еще один арт-объект, похож немножечко на цирк. Я захожу, то есть любую дверь можно открыть. А вот так вот. Ну и можно также, естественно, выйти в любую дверь. Очень интересно. Смотрите, какая я. Burning Man. I love you. Я вам сейчас покажу, с кем я встретилась у Америки. Глядите. Вот кто это? Колечка, дорогой, Брест рулит. Олечка тоже из Бреста. Ты тоже из Бреста? Да. Вау, брестские рулят вообще. Ребята, брещане покоряют Неваду. Это исторический момент. Знаешь, сколько мы лет не виделись вообще? С 2009 года. С Куба Репаблика. 2009 года. Офигеть вообще. Представляете? И встретились на Берне. Ребята, Берн творит чудеса. Берн сплочает людей. Консерватория. Белорусов. Людмила Яковлевна, зря вы меня, как бы, когда я вам сказал. Недооценили. Недооценили. Меня, кстати, тоже. Знаете, что мне сказала Людмила Яковлевна, да, однажды, что... Я не перекричу оркестр, у меня не будет так слышно. Так что, все мы знаем. Сейчас мы перекричим плаю. Вот так вот, Людмила Яковлевна, голос, ребятки. Вам привет. Ку-ку. Ку-ку, мы вас любим. Туда ку-ку. Ку-ку. Вот так вот. Все, бай-бай. Все, выключайте. Ой, смотрите, кто приехал. Наш арткар. Полдесятого утра. Наш арткар. Со вчерашнего дня
Еще играла музыку где-то на плае. У нас сегодня последний день. Я так надеюсь. И мы уезжаем. Собираю вещи. Вот. Из своего шифт-пода почти уже все убрала. Вещей, как обычно, куча. Сейчас буду распределять, куда мне их отправлять, оставлять здесь. Потому что, ну, все домой не заберешь. Что хочу сказать. Повторю ли я свой следующий Burn? Да, повторю. Повторю, потому что у нас есть идея сделать белорусский кемп. И мне кажется, когда ты создаешь что-то свое, то это совсем другое дело. Поэтому следите за новостями. Я надеюсь, что нам удастся создать свой кемп на Burning Man и создать белорусский Burning, белорусский кемп. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, пожалуйста, вот такие вот лайки ставить. Вот такие вот. Пальчик вверх. Пальчик вниз не надо ставить, не как бы фу такими быть. И пишите хорошие комментарии. Плохие тоже не пишите. Пишите только хорошие. Потому что если вы будете делать что-то хорошее, то и вам будет делаться что-то хорошее. А если будет делать плохое, то и будет вам плохое. Понятненько? Поэтому с вас хорошие комментарии. Я вас люблю. Целую. Живи, Беларусь!